Миш, на этом серваке карты стоят в ротации, или какую заведешь, то и будет крутить, то и будет крутиться до скончания века. Сокольники и ладно. По переменке, да? Чем на сегодня булки жмёте? Сейчас вернусь. Да куда он прям на меня шел? Я за этот блок раз прилетел. Тут какой-то синий летит и не стреляет. А, это же свой, да? Ну ты на яке? Кто на яке? Да я на яке. Я за тобой пристраиваюсь, тоже на яке. Справа у меня два красных. Ну, синих, в смысле. Ну, они опять полезли, как всегда. А что еще делать? По-другому не хотят воевать. Сейчас этот на меня свалится, а тот будет меня оттягивать, чтобы на меня свалился. Линский 6. Принял. Да, вот фиг там. Ранок. Ой, ёпта, тихо, он заходит. Чё, не дотянул? Заход. Принял. Он еще и стреляет. Да, прикались. Еще и попадает. Это чё? А чё я буду с вами? В игрушки играть. Чё такой живучий, ты уже всяко попал в сколько раз. Сколько падает на тебя? Да какой, один раз попал всего. Вай. Падай. Все, энергию. Потерял ты энергию, докрутился, блин. Развел. Миша, влево возьми. Хорошо. Хитрый. Со сведением не могу никак разобраться. 400 стоит, молчать, хрен попадает. Какой 400? Ставь 200. Куда 400 метров? Всем привет. Здорово, Серёга. Привет. Никто с 400 метров не стреляет. Вот сейчас вот мы с маркерами летаем, и я реально понимаю, что с дистанции дальше 150 метров я огонь вообще в принципе не открываю. Хоть вообще сведение 170. Ну что же, пока в экран цель не зайдет, не стреляет. Серег, заходи на нормал. Как страшно. Да, мы все свои. И чужих нет. А. Это полковое задание. Зайти на полчасика на нормал. Я попробую. Чего надо начинать? Выманивайте. Народ.
позавчера вот какое было бодрое рубилово тут на нормале. Ой. Заход. Вижу, М6. Чего не предупредил тебя? Да, сам увидел. Попал. Это хорошо. Да где ж хорошо. Слепой, блин, я говорю, целкости вообще никакой. О, еще раз попал. Ёшкин матрёшкин, опять. Вы где? Эй! Во, Алексашка, спасибо. Алексей. Еще раз. На филд садишься? Да, пробую тянуть. Ну ладно, тогда не трогаем. Он за это фоку люблю. За что? Дал. Ну, лопается. Садись, круто. Садись, я там лечу. Если дадут. Давай отойдем, дадим взлететь. Так, что-то у меня это. А, меня сломали. Переставной стабилизатор не работает. А ты блокиратор оборотов снял? А при чем здесь блокиратор оборотов и переставной стабилизатор? Не, ну вообще. Нет. Shift-M. А зачем? Я режимы выдерживаю, все в порядке. Ну, просто он иногда надо повесить. Shift-M. Правый shift или левый? Левый shift, Николай. M. Да. Он блокировку оборотов снимал. Да, снял. Там сел неудачно. Мы переживаем. Да вся морда в масле, блин, нифига не видно. Тихон, заход. Обижу я, что заход. Я вот хочу хоть пужзены подцепят вас, блин. Да я не буду стрелять, я так пугаю чуть-чуть. Так, Денис, давай отойдем, пускай они вдвоем не берут. А я тут это, тренируюсь заходы строить. Ага. Давай, высота 900. Барбус зашел. Барбус, давай за красных. Он за красных и зашел. Любит Тихон, вывешивал. Черт, не попал. Солнце заслепило. Ты косой. Так, у меня топливо к нулю подходит, сейчас я на посадку пойду скоро. Тихон, как у тебя правильный ник читается в БЗСе?
Хотил, ксатил, хотил. Раньше читалось хатуль. Потом я плюнул на это дело и хотел поменять, но решили, ни хрена не хотят. Я уже ему, блин, в личку этому Заку писал и всем, блин, хрена не сдаются никак. А кто-то тут? Где ты есть-то? Я тебя даже не вижу. Что это за кульбиты? Пропускаю. Не хочешь? Ну, ты же все равно пак пробить. И машина горит. Все заглох. Сдаемся. Русищ, сдавайся. Ай, ёптать. Жадность Фрая разгубила. Я пошел на филд садиться, у меня топлива нет. И самолет поломанный. Ну, сейчас, конечно, красиво было. Алексей завис, а я уже разворачивался на горке. Это как в кино, знаешь? Миш, слушай, тебе не сложно записать короткую видюшку с видом из кабины, как ты разворот на горке делаешь? А вот сейчас только что дело записал. Ну вот и просто ее выложить отдельным фрагментом. Не... не все побоище, а именно вот этот элемент. У меня есть какое-то смутное подозрение, что я этот разворот выполняю как-то неправильно. Солнце якорь идет, не вижу ни хрена. Алексей же, да, Алексашка? Алексашка. Нет, Санек. А, Санек, понял. Да, блин, с четырьмя пушками она не такая шустрая. Ай, зараза. С тремя пухами уже не покрутишься. Они вот хоть вот эти пулеметные очереди, я сейчас стрелял тебе, они хоть долетают до тебя, нет? Сейчас? Я на перерез тебе шел. Ну вот тебя двое гнали, я на перерез тебе шел. Ну вот как меня зажег. Угануть маленько. Вот меня кто-то и зажег. У меня есть такое подозрение, что народ к нам заходит, уже несколько человек заходило, видят, что Лапина, и выходят.
Да не. Тебе кажется. Так, двое уже. Эй, что это было? Один убился, похоже. Что это произошло? Авария на ровном месте. Стрелять не буду на взлете. В кого тут? Никто не взлетает. Да вон фока взлетает, что я над вами кручусь. Да. Странно, ты что словил? Да не знаю, на взлете подпрыгнул, зацепил винтом взлетку. А здесь что, зены не восстанавливаются? Он не восстанавливается. Ну что-то как в прошлый раз две штуки оставались того раза. Где? Вот я на филде смотрю, тут полный пресет гадских пушек. Сегодня пятница. А, ну да, высоко был. Что значит пьяный день? Это же самое милое там дело. Всякие, нажраться. Дни, там корпоративки. Прочее. Нажраться и летать, но. Да конечно. А где не заход? Да не, я не буду. Спасибо. Благородный Иван. Так вы же мне дали вылететь, да? А тут да. Некоторые уже полчаса. Так, ну фух и снизу. Мы крутились над нашим филдом, сейчас мы тут покрутимся. Эх, потеряли инициативу мы. Сейчас меня кто-то чпокнет, походу. Ага, так и есть, блин. Чё, попасть бы. Ну, мистер, мне кажется, он порезвее, чем пока. Ну да. Поприем, мистер. Мистер, повертлявее. Так, Миша, двойное 6. Вижу. Барбус уверенно заходит в хвост. Да, уверенно. А я к тебе. Так, а мне тоже фос кто-то уверенно заходит. Поднимай их, смотри. Давай, 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 вывешивай. Ага, отлично. Я хвостом займусь. Не попал ни одним снарядом. Ёб кривой, блин. Все, чем только не пулял. Эх, промазал. Блять, опять промазал, что ли? Это кончать где-то на бесконечный. Там что-то у фоки отгрызли. Срезал. Да, отгрызли там кусочек. Но это не я. Я не виноват. Ай. Блять, опять не попал, что ли? Повалился. Да ёшкин кот! Меня кто-то прицел отобрал. Куда? Что ж такое? Такие позиции хорошие для атаки. Нифига тебе там троем окучивают. О! Перекрутить землю. Тащи их на фил, сейчас залечу, развернусь. Епа, все шуршу, шуршу, все срывается, ну. Мне стрелять-то уже нечем. Че, я один остался. Тра-та-та? Тра-та-та, иди. Сейчас у меня есть тра-та-та. Второй поднимается. Хорошая ситуация получилась.
что ж такое? У меня еще и движок перегрелся. Беда. Как это он может перегреться? Да, а ты все отключил? Прикрыл. Я что-то мог, как бы на автомате не охватил. О, кто-то подтягивается, сейчас на вас. Денис, блин, да возьми ты повыше, заберись. Хочу покрутиться. Эх! Ух ты! Дотянул, блин. Только успел отвернуть. Что ж такое? Семен Семенович. Так сколько крутиться можно было? У меня же вообще там, блин, энергии ноль было. Так, у меня межпульки закончились, я пойду присяду. Так, а тем временем набивается народ? Да. Кто-то взлетает. Даже в лоб идет. А, Алексей. Ой, Саша. Я отсюда путаюсь, Алексей и Александр. Так, сейчас меня проучат, кажись. Посадки. Че, ну посадку, что ли? А. Тут даже а большую того, фару включил. У немцев, кстати, нет фар. А, точно. Забыл. Кто-то по мне дубит. Барбус. Барбус шасси выпустил. Да, я его не убрал, блин. Ну что же за гадость такая, ну? Думал, не дотяну, свалюсь. Ой, у нас перекос случился. Блин. А, барбус на заднице. Блин, ну почему он не запоминает сетап-то, господи. Так, барбус мне насовал. По самое помин... Привет, мотор. Нет хуже барбуса на шести. Я не попал, блин. Я не в тебя целился вообще. Там-то и прикол. Два. Надо вот один выстрел и грохнули. Прямо в лоб. Так. Тихон крадется. Глазастый какой, а. У меня позавчера был прикол. Я так давно не летал с маркерами.
Да чё, на Новосокольниках? На Мещуке? Это видео есть, кстати. Когда ты ругался, типа, чё это за хайм, по-моему, стреляешь? Да, да. А, не на Мещуке, я на этом, на Яке летел. Смотрю, за мной красный сзади идет. Чё стреляет? Ну-ка. Так, что это было? Ничего не было, мимо. Блин, тебе нет. У меня такое ощущение, что в меня кто-то попал, хотя сзади был только свой. Зенитка могла своя же попасть. Такое тоже бывает. Так. Кто это у нас там сзади? Пристроился. Смотри-ка ты. Надо же, с 500 метров стреляет и попадает. Может, таблица стрельбы уже? Что, зацепил все же, да? Да. Все, докрутился, он там убился. Вертелся, не вырулил. Блин, что-то у меня отвалилось. Какой трекер. Концентрируется. Тут выполняю какие-то безрассудные маневры. Да выпендривался. Да, долго. Парашют открывай! Не успел.
что за ГО второй такой бетонный? Блин, 2/3 боекомплекта угрохал. И в мою сторону стремительно движется лавка. Тра-т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 а. Вот тебе лавка. Ух ты! Блять, там еще кто-то пристал. Как банный лист Silent 76. Ну вас нафиг, надо сваливать. Напоследок в зенитку пострелял. Так, что-то вот этот решил завулчить Silent 76, да? Это Барбус, по-моему, не прочь. Налетели ясно соколы. А, блин. Тело. Вот тебе. Вулчер. Так. Ой. Не падать, не падать, не падать. Держимся, держимся. Бляха-муха меня закрутила. А, косяк. Так, Барбус. Барбус. Решил, решил со мной разобраться. Налево? Налево и вверх? Да. Давай. Давай, тяну, тяну, тяну. Он сейчас стрелять по мне будет. Да не надо тянуть, просто левым разворотом уходи, даже на снижение можешь. Принял. На снижение быстро. Все, в лоб уходи. Может прямо встать, чтобы вам удобнее не было? Надо, не надо, нормально. Главное от удара уходить. Попал. Я говорю, от удара уходи. Мне тяжело маневрировать, когда я назад смотрю. Я еще не научился. У меня еще не такой уровень. Чтобы... Во, класс. Можно я в него пульну? Можно. Падай, Барбус, падай. Две колейки. Смотри. Трупа все еще летит. Мотор, наверное, встал.
Так, я на посадку. Давай. Серег, слушай, что у тебя с микрофоном случилось? Он, наверное, далеко куда-то уехал. О, сейчас да, хорошо да, слышно. Да, кто там на взлете? Я жду. Какой ты ждешь? Ты упал только что. На глазах всей честной публики. Жалко, что... Так у меня, я же ваш на полосе сижу. У меня еще патронов куча, блин. Только почему-то пулеметы не хотят стрелять. А вот пушки. Так, ладно. Так, 2 минуты до конца вылета. Это я вчера, блин, на стенке пёрся. Так я и не набрал. 1,5 километра всё смог набрать. Блин. От калача, да. Дурдом какой-то. Ладно. Пора туда. Куда? Куда-нибудь на пешку, что ли, сесть. Ахтубу попробовать Так, вот что надо попробовать. А, блин, опять плоский штопор словил. У меня есть контакт. Фридрих сел, как будто в аквариуме. Все видно. Ого. С дубков столкнул? Там собака лает. У барбуса. Обычно. Моя, если бы была, вот бы. Не так. Серега, у тебя какой барбус? Ничего, смеешь картонного сокольники там веселее. Что-то у меня со стрельбой какая-то хрень. Ты, блядь, дрить ты только влетел уже, нихера. Что так? А что у меня с двигателем случилось? Не забегаешь. Смотри. Я тебя пробил, не слышал, да? Не, я тут этим увлечен был. Сайлент. И все равно я чемпион.